сука, она на каждой ступени разрушается, строится вновь? Хороший вопрос. Каждый раз новое желание получать, которое пробуждается в нас, это на новой ступени. Ведь сука, это ведь не один человек строит. Суку мы строим в соединении между нами, вместе, когда что-то покрывает нас. Да, экран. Так под экраном должно быть 10 сферот, и над нами будет экран, навес, где мы не хотим получать свет хохма, мы его отталкиваем, а хотим получать только свет хасадим. И это на всех наших общих желаниях, когда мы находимся под этим навесом. И тогда получается, что на каждой ступени мы строим это состояние заново. Да, конечно.